Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы опять с вами встречаемся, и я отвечаю на те вопросы, которые возникли у вас в процессе жизнедеятельности или содержания своих домашних питомцев. Значит, данного экземпляра очень часто отмечается, значит, на нижней челюсти, на бороде, чернота, точки, черные точечки, или в виде язвочек на бороде. Значит, как правило, эти поражения возникают у тех животных, которые питаются готовыми кормами, то есть сухими или влажными кормами. И очень часто мы отмечаем аллергическую реакцию на эти корма. Значит, то, что там аллергия, это подтверждается тем, что мы берем кровь, делаем общий анализ, и по результатам анализа крови определяется, что действительно животное аллергично или находится в аллергичном состоянии. Значит, при кормлении именно вот готовыми кормами у животных очень часто аллергия и развивается. Потому что, особенно если дешевая корма, там много заменителей, много химических веществ, плюс добавляются различные красители, потому что гранулки имеют разный цвет. И все это очень сильно действует на кошек. И очень часто с этим нам обращаются, и приходится или убирать корма, или назначать гипераллергенные корма, которые, ну, снимают вот эти вещи. Но все корма, значит, они или для постоянного питания, или есть ветеринарная линия. Они являются диетическими, то есть это считается как диета при определенных заболеваниях. На этом мы с вами прощаемся. Если у вас возникли вопросы, звоните по номеру телефона, который видите на экране своего телевизора. До свидания, всего хорошего. Ваш питомец не играет, плохо ест и у него горячий нос? Врачи клиники доктора Калинина помогут ему в день обращения. Хирургические операции и терапия, диагностика и консультации. Вызов врача на дом. Более 25 лет помогаем вам и вашим питомцам. Наш адрес: город Челябинск, улица Гагарина, 2. Телефон 230 29 30.